Друзья, вот они стоят. Два подарка от компании Oriflame. Две новые Volvo в комплектации люкс. Пока кто-то думает, что Oriflame это беготня с каталогом, кому-то дарят вот такие подарки. Это еще одно доказательство того, что компания ценит лидеров, которые работают правильно, которые делают правильные действия. Мы сегодня были на сервисе, клеили наклейки, и меня спрашивают: ну а ты начинал с беготни по квартирам, раздачи каталогов? Я говорю: ну кто-то с этого начинает. Нет, я начинал не с этого. Я сразу понял идею бизнеса, сразу начал делать правильные действия, которые приводят к вот таким вот подаркам от компании. Самое главное — научиться правильно делать, не бояться, не терять надежды, да, когда вам люди говорят: да, все это неправда, все это не по-настоящему, это единицам. Да, единицам, как и в спорте, собственно, да, единицы добиваются больших результатов. Но я уверен, за весь мой уже 6-летний опыт в компании, что это может сделать каждый абсолютно. Да. Все это правда. А я хотел добавить, ребят, что, знаете, мы когда начинали, мне очень часто говорили: ну что, как бубнушки продаются, как там твоя секта поживает. Вы знаете, вот этот в начале период, возможно, он был немножко сложный, но вы должны понять, что это в любом бизнесе так. Чтобы добиться чего-то, нужно вот этот пройти момент раскрутки. Точно так же у нас. Мы начинали, сначала надо мной смеялись. Ну, сейчас, вы знаете, сейчас, наверное, я уже буду смеяться, потому что ездить на этих машинах очень комфортно и очень весело. Поэтому, ребят, на начальных этапах верьте в себя. Не сомневайтесь, что в этом бизнесе есть деньги. Но, как правильно Артем сказал, подойдите к этому как к бизнесу сразу же, с первого дня. Oriflame – это не баночки с кремом, это не помадки и не туши. Oriflame – это бизнес-система, которая меняет жизни людей, меняет их к лучшему. Поэтому всем вам мы желаем получить вот такие вот замечательные автомобили в подарок от компании Oriflame. Особенно сейчас, в кризисное время, когда все сокращают рабочие места, сокращают зарплаты, Oriflame дарит вот такие подарки. Всем удачи!